Так. Это видео опубликовали накануне в соцсетях. Сегодня в клиентском центре на Краснознаменной 3 тоже много людей, даже несмотря на плохую погоду. По новым правилам, заключить договор на обслуживание газового оборудования можно только с 5 компаниями. Это «Газпром газораспределение Владимир», региональные газовые системы, «Радуга Энерго», «Газгарант» и «Газспецстрой». Всем жителям, всем управляющим организациям ТСЖ необходимо до 1 января 2024 года заключить или перезаключить договоры. Те, у кого были договоры с организацией, не указаны в списке, должны заключить именно с этой организацией. У кого были заключены, все равно им необходимо перезаключить договоры. Для заключения договора необходимо собрать пакет документов. Паспорт, свидетельство о праве собственности, данные о газовом оборудовании в квартире и принести его в центр обслуживания клиентов. Здесь большие очереди, говорят. Не только здесь, но и на Мира 34 тоже огромная очередь. Нас гоняют туда-сюда. Ну, в каком плане они сюда гоняют? Мы приехали туда, сначала взяли один акт, нам там дали, потом мы приехали сюда. Здесь мы очередь отстояли. Ну, сколько здесь стояли? Ну, минут, наверное, 30-40. Но мы не дождались в итоге. Мы подходили, так скажем, без очереди, тут спрашивали и уже потом слушали. Если договор уже есть, перезаключить его можно автоматически. Для этого «Газпром» выставляет счет всего в 1 рубль. С момента оплаты 1 рубля договор будет считаться заключенным. Все данные, которые, ну, скажем, там, по собственнику нам необходимы, когда мы придем на техническое обслуживание в следующем году, слесарь на месте сможет уточнить необходимые данные, в том числе по составу оборудования, если что-то изменилось по документам у собственника. Также на месте можно будет оформить письменный договор. Заключить договор о техобслуживании может и ТСЖ от имени собственников жилья. При этом бланк договора можно скачать с официального сайта компании «Газпром газораспределение Владимир». Заполнить, приложить документ и либо принести в офис, то есть тогда не нужно будет стоять в очереди, просто здесь его, ну, скажем так, сдать. Сидит у нас консультант, которому можно передать, либо на местах, либо отправить любым доступным способом. Возможно, в скором времени компания «Газпром газораспределение Владимир» начнет оформлять договоры на техобслуживание через личный кабинет. Если не заключить договор до 1 января, может последовать штраф до 2000 рублей. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров, Дмитрий Шаталов.